Здравствуйте. Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Chevrolet Trailblazer 2006 года выпуска. Объем двигателя 4,2 литра. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагара и эмульсии нет. Первый цилиндр. Четырнадцать с половиной килограмм. Второй цилиндр. Четырнадцать с половиной килограмм. Третий цилиндр. Четырнадцать килограмм. Четвертый цилиндр. Четырнадцать с половиной килограмм. Пятый цилиндр. Четырнадцать с половиной килограмм. Шестой цилиндр. Четырнадцать с половиной килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Заломаны шпильки головки блока цилиндров.